перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Ребята, всем привет, и мы продолжаем нашу игрушку Tasty Blue. Ну что ж, погнали, ребят. В прошлый раз мы уже с вами остановились. Посмотрите, на каком месте, сколько мы с вами уже прошли уровней. А уровней мы с вами прошли уже огромное количество. Так что, собственно, давайте, ребятки, и начнем. Так, ну что ж, погнали, выбираем, собственно, вот этот вот уровень и начинаем нашу замечательную, ребяточки, игрушку. Погнали. Так, дельфинчик, это что у нас? Опять, ребятки, вот такие вот мушли, они уже были, помните? Мы здесь собирали, ребятки, с вами разного рода бусы. О, вот они. Все, отлично, ребята, просто супер. Так, неплохо. Отлично. Ай, ребятчики, мне только что прижали хвост. Так, вот эту берем штучку, вот эту берем штучку, вот эту берем штучку. Вот так вот, отлично, отлично. Ой-ой-ой, опять меня прижали. Если бы больше попадалось, ребятки, сильно мало попадается жемчужин. Так, ребятки, 7 сантиметров у меня уже мой рост. Я хочу, ребятки, расти все быстрее и быстрее, потому что мне нужно скорее попасть в океан, так сказать. Видите, я нахожусь на дне, я даже не могу никуда всплыть. Так, 80 сантиметров, ребятки, у нас длина. Ну дайте мне быстрее это съесть, да? Вот это я вот такой не люблю. Уровень. Предыдущий уровень у нас такой был, ребятки, где мы с вами кушали тоже вот таких вот штучек. Только у нас все было намного как-то быстрее, наверное. Но тут очень долго. Я уже хочу поплавать, я уже хочу рыбку какую-то скушать. Дайте мне, пожалуйста, рыбочку какую-то. Так, отлично, отлично, отлично. Просто супер, дорогие друзья. Так, давай, плывем, плывем, плывем. Отличненько. Просто супер. Ой-ой-ой, да что ж это творится-то, а? Ой-ой-ой-ой. Неплохо. Отлично, ребята, просто супер. Вау, классно. Вот, все, ребята. Мы съели три этих. О, теперь еще. Посмотрите. Вау, теперь мы ракушки в ракушках кушаем. Смотрите. Ай, опять прищемило меня. Да что ж такое-то? Опять меня щипают. Вау, классно. Да что ж ты будешь делать? Меня щипают по всем фронтам, дорогие друзья. Весь хвост у меня уже... Вау, вот так вот. Вот так вот неплохо. Вот так вот я люблю питаться, когда много всего вкусного оставляют разработчики здесь. Все. Мням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья. Мы с вами съели практически все, ребяточки, жемчужины. И практически все мы с вами съели ракушки. Так, ну что ж, ребятки, погнали на следующий уровень. Так, ребятки, вот мне стрелочка показывает уже, что я сейчас могу поймать чаечку. О, довольно неплохо. Вау, вау, крокодил за мной гонится, крокодил, помогите, спасите, ребята. Вот он съедает людей даже, а меня за что-то, а? Убегаем, так, убегаем, 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 отлично. Так, неплохо. О, ребятки, я уже научился кушать людей. Вот насколько я вырос, друзья. Я кушаю уже и водолазов, и обычных людей. И скоро, я так думаю, ребяточки, мы с вами должны съесть крокодила. Мы сейчас с вами проверим, дорогие друзья. Мы сейчас это посмотрим. Ух, ребята, драка с крокодилом, чувствую, будет на носу. Мне придется драться, ребятки, за свободу в океане. Чтобы получить независимость в воде, чтобы меня никто, так сказать, не трогал. Так, дай-ка. О, лед, пляжные люди.
Отлично. Где же он? Вот он. Ха-ха-ха, ребяточки, вот это была схватка. Ей даже не пришлось с ним бороться, ребяточки. Я сразу подплыл и съел его. Так, ну что ж, погнали дальше. Погнали дальше, дорогие друзья. Посмотрим, что у нас дальше здесь. Вау, ребята, вот это да, вот это круто. Вы представляете, что вообще себе представляет вот такие вот острова? Довольно прикольные. Мне вот это нравится, ребяточки. Так, на вот этих островах плавать. Так, давайте, давайте, давайте. И теперь рыбку. Ой, ой, бочки попадали, ребятки, в воду. Я их нечаянно посталкивал. Ой, еще. Вау, опять бочки попадали. А маленькие бочки я могу съесть, ребят, видите? Маленькие бочонки я могу съесть. И я думаю, таким образом мы с вами немножко наедимся. Так, а вон человек, смотрите, стоит на бочке. Давайте его скинем. Ха-ха, ребятки, мы поломали ему всю преграду, которую он построил из бочек, чтобы смотреть вдаль, где плывут корабли. Давай, 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 я сейчас съем его, ребят. Все, ребят, отлично. Наш дельфин просто-напросто проглотил этого человека. Это просто, ребятки, отлично. Вау, ребята, вот это да, вот это круто, вот это я понимаю. Вот это по-настоящему, ребятки, крутая. Вот это даже пальмы я могу кушать. Ребятки, дошло до того, что я кушаю пальмы. Вы представляете себе вообще? Посмотрите, какой я стал огромный. Я просто-напросто не вмещаюсь вообще никуда. Я даже не могу перепрыгнуть отсюда. О, ребятки, пальмы последние. Отличненько, дорогие друзья. Мы с вами прошли этот уровень тоже с легкостью. Ничего абсолютно тяжелого. Игра из себя не представляет, так что если вы ее проходили, ставьте пальчики вверх. Или вы ее проходите, тоже ставьте пальчики вверх. Ребяточки, также не забываем подписываться на мой канал. Так, ну что ж, давайте, наверное, выберем вот этот уровень, самый новый. Ого, ребята, это что-то уже серьезное. Посмотрите, истребители и военные самолеты уже готовы, ребяточки, на меня в любой момент напасть. Но мы сделаем раньше. Вау, ребята, мы сделаем это раньше. Наш рост, ребяточки, 25 метров, собственно. И мы на вот этот танкер, ребята, мы с вами сюда наверх, собственно, и прыгнули, чтобы съесть всю военную, так сказать, технику, которую здесь люди для меня подготовили, чтобы меня уничтожить. Но я уже, ребячки, очень много. Посмотрите, какой у меня 46 метров размер. Это 50, ребята. Вот это я огромный. Ам-ням-ням-ням. 53 метра. Я уже в себе сколько машин съел, сколько съел золота. Сколько всего, ребятки, крокодилы там у меня были. И осьминоги у меня сейчас в животе, да? Так, вот так вот, давайте. Ням-ням-ням-ням. Я, наверное, буду вот так вот прыгать, аж пока не снимем весь крейсер. Отлично. О, ням-ням-ням-ням. Да, ребятки. Давай-давай, кушай, рыбка. Ну что ж, ребятки, нас дельфин уже 80 метров в длину. 80 метров в длину. Я хочу вам сказать, что мы с легкостью преодолеваем все преграды, которые нам приготовили здесь разработчики. Вот. Ням-ням-ням-ням-ням, ребяточки. О, ребята, подводные лодки. Вау, но я их могу кушать, ребят. Они, в принципе, сами себя убивают, видите, ракетами. Но я их могу с легкостью, ребяточки, съедать, да. Я 133 метра, ребят. 133 метра, у меня рост. Я уже все съел, что только можно, ребят. 160 метров, дорогие друзья. Довольно-таки неплохо. Вау, ребяточки, там начал стрелять корабль. Вы видели, подводную лодку подорвала танкер. Ребячки, 135 метров у меня длина. Представляете, я все ем подряд. Это огромные крейсера. Я и бомбы уже ем. Мне уже ничего, ребячки, не страшно. 220 метров, дорогие друзья. Вау, ребята, 230 метров, 240. Вот это я огромный, вот это я самый, наверное, так сказать, большой, ребяточки, дельфин, который только умеет вообще что-то сделать. Вау, о, ребяточки, отличненько, мы с вами прошли этот уровень с легкостью.
Так, ну что ж, погнали, ребятушки, на следующий. О, ребята, здесь нужно быть более аккуратным, более бдительным, потому что здесь мины расставлены по всему метру. Ой, видите, я сорвался только что, и один взрыв означает, что я буду очень маленьким. Все, ребяточки, вот так вот потихонечку будем гуськом плавать за ними, чтобы наслаждаться вот такими вкусными рыбками. О, мы уже не торгали. Ой-ой-ой. Чаек нет. О, все, ребята, мы за ними даже можем подрывать. Представляете, мы постоянно будем подрываться на них. Но мы даже можем их с легкостью съедать. Вот, смотрите, как мы их съедаем, да? Классно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, дорогие друзья. Просто супер. Вот это вкуснотище. Отличненько, просто классно. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно неплохо мы сегодня с вами справились. И, наверное, давайте будем закругляться. На сегодня, ребяточки, все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. В следующий раз мы с вами обязательно продолжим играть в эту игру или же в другую игру. Ставьте пальчики, комментируйте мои видосики. Пока-пока.